На конкурс подали заявки 18 матросов-спасателей, которые работают на пляжах города второй сезон. Сейчас, если муниципальная прибрежная территория взята в аренду, обязательное условие – наличие спасателей на местах. В это жаркое лето они спасли более 100 жизней. А для того, чтобы ни один человек не погиб, наши спасатели должны быть и жесткими, когда необходимо всех вывести с пляжа, когда есть шторм, и профессионально, когда случилось так, что человеку нужно оказать помощь. Поэтому вот такие конкурсы мы будем проводить систематически и в начале пляжного летнего еще сезона. Глава города предложил проводить профессиональный конкурс среди всех матросов-спасателей, чтобы получилось своего рода тестирование перед тем, как ГИМС им выдаст разрешение на работу. А спасатели на сегодня должны быть не только сильными и смелыми, но и терпеливыми, уметь убеждать людей не заходить в море, если существует реальная опасность, например, во время шторма. Объяснять, конечно, доводится очень часто, каждый день по 100-200 раз. Самое главное – спасти человека. Нравится людям помогать. Особенно детям, женщинам, которые не в состоянии сами себе помочь на воде. Конкурсные задания были самыми разными, и это не только на время доплыть на лодке до катера и вернуться обратно, но и продемонстрировать медикам, а они были строгими судьями, навыки оказания первой помощи. Поднимаем пальцы, получается, делаем один место, да, посередине. Ставится под... Я вот поставил, да. Делаем 100-120 раз в минуту, получается. Нажать в минуту. Да, раз. Вот так. Независимо от группы. Независимо. Если ребенок, делаем двумя пальцами. Значит, не случайно местом проведения конкурса был выбран пляж Приморский. Он в числе 5 сочинских пляжей претендует на получение голубого флага. То есть может быть включен в число самых комфортабельных пляжей мира, если выполнит все требования международной системы сертификации пляжных территорий. Здесь будут рассматриваться требования по санитарному состоянию пляжных территорий, заключение Роспотребнадзора за период всего летнего сезона не менее 20 проб должны будут предоставить пляжники в организацию, которая будет осуществлять аккредитацию. Ну а по итогам конкурса лучшим спасателем Сочи признан Максим Палагута, пляж бархатные сезоны в Имеретинской долине. Второе место у Сергея Петряева, пляж Чкаловский Адлер. И завершает список победителей Александр Смирнов, пляж Цирк, Костинский район города. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.